Всех приветствую на моем канале. В сегодняшнем выпуске я познакомлю вас с новым универсалом класса C Kia Ceed SV и покажу все комплектации и цвета. Kia Ceed SV 2020 года представляет собой третье поколение универсала Kia Ceed SV. Автомобиль в этом кузове начал продаваться в 2018 году. На выбор доступно 5 базовых комплектаций: комфорт, люкс, престиж, премиум и премиум плюс. Цены лежат в диапазоне от 1 279 900 рублей за базовую комплектацию комфорт с двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 128 лошадиных сил и шестиступенчатой механикой до 1 794 900 рублей за максимальную комплектацию премиум плюс с двигателем 1,4 литра, мощностью 140 лошадиных сил и 7-ступенчатым роботом. Что касается технической части, двигатель имеет объем 1,4 или 1,6 литра. Тип двигателя бензиновый. Привод автомобиля может быть только передним. Коробка передач предлагается в виде 6-ступенчатого автомата, 6-ступенчатой механики, либо 7-ступенчатого робота. На выбор доступно 11 цветов кузова. Цвета предлагаются следующие. Белый Kessa White, красный Track Red, белый перламутровый Deluxe White, серебристый Sparkling Silver, голубой Blue Frame, красный Infrared, синий Cosmo Blue, серый Lunar Silver, коричневый Cooper Stone, темно-серый Penta Metal и черный Black Pearl. Доплата за все цвета, кроме белого Kessa White и красного Track Red, составляет 10 тысяч рублей. Что касается кузова, дорожный просвет 150 мм. Длина автомобиля 4600, ширина 1800 и высота 1475 мм. Колесная база автомобиля 2650 мм. Объем багажного отделения 625 литров, а при сложенных задних сиденьях он увеличивается до 1694 литров. Объем топливного бака 50 литров. Автомобиль оснащается стальными дисками 15 диаметра с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 на 65, а также передними и задними брызговиками. Рейлинги на крыше выделяют Kia Ceed SV в потоке. За безопасность отвечает целый комплекс средств активной и пассивной безопасности, который включает в себя фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности, ABS, иммобилайзер, систему помощи при трогании на подъеме, систему контроля давления в шинах, интегрированную систему активного управления, передние и задние дисковые тормоза. Автомобиль приятный и комфортный, благодаря обширному набору опций, среди которых кондиционер, круиз-контроль, передние и задние стеклоподъемники с электроприводом, мультируль с отделкой кожей. А теперь познакомимся с комплектациями Kia Ceed SV. Но для начала я хочу вам порекомендовать один очень интересный автомобильный сайт. Это проект от отечественных разработчиков под названием 1000auto.ru. На сайте представлены все автомобили, которые есть в продаже или когда-либо продававшиеся в России, с ценами и комплектациями. По моему личному мнению, данный сайт просто не имеет конкурентов по уникальности контента и уровню его реализации. Фактически, 1000auto.ru – это каталог автомобилей, который поможет вам сравнить любые автомобили между собой и выбрать машину по вкусу. Ссылку на сайт 1000auto.ru я оставил в описании к этому ролику. В базовой комплектации комфорт по цене от 1 279 900 рублей к уже упомянутым функциям добавляются пакет теплые опции, включающий в себя подогрев рулевого колеса и передних сидений, подогрев зеркал заднего вида, подогрев форсунок стеклоомывателя, а также дополнительный электрический отопитель салона и мультимедийную систему с 5-дюймовым монохромным дисплеем. Следующая комплектация доступна только с автоматической коробкой передач, называется «Люкс». Стартовая цена 1 379 900 рублей. К версии «Комфорт» добавляются лейкосплавные диски 16 диаметра с шинами размерностью 205 на 55, светодиодные дневные ходовые огни, поворотный свет, противотуманные фары, задний подлокотник с подстаканниками, система выбора режимов движения Drive Mode Select, подрулевые лепестки переключения передач, автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла, раздельный климат-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида и задние датчики парковки. Средняя комплектация Kia Ceed SV называется Prestige. Доступна только с двигателем 1,6 литра с автоматической коробкой передач по цене от 1 464 900 рублей. Что касается опций, то добавляются подогрев задних сидений, электрообогрев лобового стекла, электропривод складывания зеркал заднего вида, светодиодные повторители указателя поворота, светодиодные задние фонари,
интерьер с отделкой тканью Prestige и система складывания второго ряда сидений пропорции 40-20-40, а также салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчики дождя и света и система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя с кнопки. Далее предмаксимальная модификация премиум от 1 миллиона 604 тысяч 900 рублей. К престижу добавляются светодиодные фары, легкосплавные диски 17 диаметра с шинами Michelin, сетка для крепления багажа, электрорегулировка поясничной подпоры сидений водителя и переднего пассажира, система контроля слепых зон, система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом, интеллектуальная система открывания багажника с электроприводом и приборная панель SuperVision с цветным дисплеем диагональю 4,2 дюйма. И самая топовая версия Premium Plus за 1 млн 794 900 рублей. К обычному премиуму добавляются беспроводная зарядка мобильного телефона, навигационная система с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюймов, поддержкой пробок, Android Auto и Apple CarPlay, аудиосистема премиум класса JBL с внешним усилителем, сабвуфером и 6 динамиками. Есть приборная панель SuperVision с цветным дисплеем 12,3 дюйма, электрический стояночный тормоз, передние датчики парковки, интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop and Go, ассистент движения в полосе, система контроля внимания водителя и интеллектуальная система помощи при парковке. На данный момент это вся информация о новом Kia Ceed SV. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомления о выходе нового выпуска. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк и написав в комментариях ваше мнение о новом Kia Ceed SV. Как вам видятся его перспективы на данный момент? Огромное вам спасибо за просмотр, не болейте и до встречи в следующих выпусках.